Президиум Народного собрания рассмотрел вопрос об отзывах на проекты федеральных законов. В начале заседания спикер парламента Заур Аскендеров отметил, что в соответствии с регламентом Народного собрания региона в комитетах была проведена работа по подготовке отзывов на проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения. И по ним приняты решения, с которыми предложил ознакомить членов президиума. Депутаты поддержали принятие Государственной Думой Федерального собрания России трех проектов федеральных законов. Затем президиум утвердил заключение на проект постановления правительства республики о внесении изменений в государственную программу региона развития культуры в Республике Дагестан.